Друзья, всем добрый вечер. У нас сегодня вторник, прекрасный день, и сегодня мы будем говорить с вами о предназначении. Я хочу сразу сказать, что у меня к вам большая просьба быть максимально активными во время просмотра этого видео. У нас есть чат с комментариями, мы и все читаем, мы смотрим самые интересные вопросы, и я бы очень хотел, чтобы наше сегодняшнее видео было максимально интерактивное. Ваши вопросы, мои ответы, ваши ответы, мои вопросы и так далее, так далее, так далее. Про меня только что был сюжет, почему я этим занимаюсь, зачем я этим занимаюсь. И могу сказать, что тема предназначения, наверное, является второй по значимости, ну, максимум третий по значимости среди людей, которые приходят на регрессии. Очень большую часть людей волнует их отношения, вторую большую часть людей волнует заработок. И так или иначе у людей, которые все-таки решились прийти на регрессию, у них возникает вопрос не просто заработка, а заработка на своем предназначении, заработка на своем деле жизни. Потому что я очень внимательно анализировал разные сейчас, разных людей, разные истории успеха, разные судьбы разных людей. И что характерно? Если человек любит то, чем он занимается, если человек душой горит по отношению к тому, чем он живет, то зарабатывать деньги можно вообще на всем. То есть главное найти дело своей жизни, упереться в него и будьте уверены, успех, удача, не знаю, богатство, если вам это вообще актуально, оно будет вас преследовать. С другой стороны, если деньги для вас не важны, если назовем это, материальная сторона вашей жизни тоже для вас является вторичной, то зачем заниматься чем-то, что не приносит удовольствия? И логично, что найдя свое предназначение, вы получите максимум удовольствия в единицу времени. Но на что я обратил внимание, что с одной стороны вопросом предназначения задаются многие, и существует огромное разное количество техник, которые позволяют свое предназначение найти. Это и Таро, с лучами миссиями, под лучами миссии. Многие обращаются к астрологии, и астрологи говорят, что вот у тебя в карте написано, тебе там нужно заниматься этим, этим и этим. Кто-то ходит к ясновидящим, и это тоже довольно интересная история, когда такой грамотный специалист открывает третий глаз, тебе начинает объяснять, что дорогой или дорогая, ты в этот мир пришел для того, чтобы стать великим человеком. Вот. А как иначе? Разве ты можешь стать невеликим человеком, если ты интересуешься вопросом предназначения? Ну, это я шучу немножко, но не всегда. Почему я привел много разных техник? Я считаю, что и Таро, и астрология, и психология, там, и соционика, психо-йога, разные любые другие техники, направленные на поиск своего предназначения, я считаю, они все работают. Они все рабочие. Анализируя себя с разных сторон, вы можете найти ответ на вопрос, в чем же мое предназначение, для чего я этим вообще в этот мир пришел. И в том числе есть такая очень интересная история, как регрессии в прошлой жизни, в частности, регрессия в жизнь между жизнями, когда человек может своими глазами, что называется, увидеть, как он выбрал эту жизнь, почему он выбрал воплотиться в мужском теле, в женском теле, в России или в другой стране, с такими-то родителями или с такими-то заболеваниями, или наоборот, с таким здоровьем, с таким финансовым успехом. Человек может выбрать сам. Но всегда остается вопрос, что даже среди тех, кто знает свое предназначение, каким бы способом он его ни нашел, всегда есть огромное количество людей, которые ничего не делают. И наоборот, есть большое количество счастливых, реализованных и успешных людей, которые никогда не задавали вопрос, в чем же мое предназначение, но при этом счастливо и успешно идут по жизни. И сегодняшнее наше занятие будет построено следующим образом. Кроме того, что я буду постоянно отвечать на ваши вопросы, я вас очень призываю к тому, чтобы активно слушать и задавать эти вопросы. Сегодня мы с вами вообще поговорим о том, откуда пошла эта тематика, связанная с предназначением. Я вам расскажу лестницу реализации предназначения, как ее вижу я. Будут показаны определенные слайды в этот момент на экране. Мы с вами обязательно в конце сделаем упражнение,
И опять же будет время для ответов на вопросы. Может быть, какие-то Денис мне задаст, какие-то будут из чата заданы, какие-то уже заранее нам прислали. И, в общем, сегодня наш ветер посвящен тематике предназначения. То вот совсем недавно в издательстве «Стигмарион» вышла моя книжка, такая небольшая, но очень полезная «Зачем я живу? 12 простых шагов для поиска своего предназначения». И я, поскольку сам человек читающий, я очень не люблю книги, где много воды. Она получилась довольно сухой, из нее выжато все то, что может быть выжато буквально как из губки, все ненужное. Потому что знаете, как пишется большинство современных книг на эту тему? Это из серии «Как мне было плохо», потом я пробовал одно, другое, мне стало еще хуже, потом я пробовал третье, и потом в конце я нашел секретные успехи, дальше там 30 страниц описания этого секретного секрета, этого успешного успеха. Я из книги убрал почти все, что может показаться водой. Там только практика, практика и ничего кроме практики. То есть те упражнения, те техники, те способы, которые каждый из вас сможет сделать для того, чтобы к реализации своего предназначения приблизиться. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Алексей Кройтер. Алексей занимается регрессологией, занимается НЛП, да еще много чем. Алексей, чем же ты все-таки занимаешься? Денис, привет. Занимаюсь много чем. На самом деле главное направление – это помощь людям. Помощь людям с реализацией их жизненных целей, запросов, их предназначения, их развития в этой жизни. А уже инструменты, которые используются, это может быть и НЛП, правда, и регрессология, и все что угодно. Ну, я так понимаю, что помощь людям началась у тебя именно с регрессологии. Ты, то есть, столкнулся с этим в своей жизни, в своей практике. Расскажи, пожалуйста, с чего все началось? Началось все очень весело. Мы пытались сделать с друзьями бизнес, а я к тому моменту много чего прошел сам, как участник. Вот. И так получилось, что моих бизнес-партнеров, их личная жизнь волновала их больше, чем наши бизнес-процессы. Вот. Все время их отвлекало. И они меня попросили, говорят, Леша, ты же разбираешься, сделаем какой-нибудь процесс. Вот. И я говорю, ну давайте попробуем, почему нет. То есть, как бы, ну, такой запрос был внешний. Сначала один вывалился в прошлую жизнь, потом второй вывалился в прошлую жизнь. И потом мне стало интересно, что же я делаю такое. Да? И оказалось, что вот, скажем так, поскольку я свои прошлые жизни помнил, то, может быть, это канал, или это коды, или это поток, да, но они попали в то же состояние, в котором я был в тот момент, вот, и вот с этого началась моя работа вот как регрессолога. Странно для меня слышать, что человек помнит прошлые жизни. Ты считаешь это обыденно? Ну, наверное, уже слишком много лет этим занимаюсь, да, я считаю, что это правда обыденно. Алексей, я знаю, что ты долгое время работал коучем, преподавателем с точки зрения, как правильно делать какие-то бизнес-процессы, как правильно закручивать рекламные кампании. Почему все же такое прибыльное дело ты решил сменить именно на помощь людям? Ведь иногда кажется, что помощь, она происходит безвозмездно, то есть даром. Честно говоря, никогда не смотрел на свою работу с точки зрения заработка. Вернее так, всегда хотелось зарабатывать, но это было как бы следствием того, что я делаю. В первую очередь, все-таки понимаешь, когда у тебя там в сутках 16 часов, да, 8 спишь, 16 бодрствуешь, то хочется как-то их радостно прожить и интересно для самого себя. Вот. И слава богу, там, наверное, лет ну, там, с 25 я уже закрыл все вопросы с тем, что связано с материальным выживанием, да, и, ну, скажем так, на поесть, попить, я знаю, мне всегда хватит. А если мне всегда хватит, и у меня удовлетворены мои основные потребности, хочется заниматься творчеством. Вот. И получилось, что работа с людьми – это самая, наверное, сложная работа, которая есть, самая такая интересная и самая требующая наибольшей креативности, что ли. Именно возможность быть каждый миг и каждую секунду в контакте со своей душой и максимально целостно, максимально гармонично и максимально эффективно реализовывать то, что тебе душа говорит, по большому счету и есть смысл предназначения. Опять же, в книжке сказано, что один из мифов – это то, что предназначение – это один раз и на всю жизнь. Это мифология. Мы разные, и мы разные каждый год. Вспомните, в 17 лет – это один гормональный фон, одни задачи. В 25 лет – другой фон, другие задачи, другие мысли. В 30 лет – третьи мысли, третьи задачи и так далее.
Поэтому на данный момент я занимаюсь тем, чем я занимаюсь. Занимаюсь этим с максимальной эффективностью и, назовем это, максимальной самоотдачей. И я точно знаю, что это изменится. Это изменится через там, 3-5 лет, это будет что-то новое. Через 10 лет это будет еще что-то новое. И в этом смысле, зачем я живу? Для того, чтобы максимально реализовывать тот потенциал, который дан при рождении, который при рождении заложила душа, и максимально позволять ему раскрываться. По большому счету, в этом и есть предназначение любого человека. Вовсе не написать самую гениальную книгу, вовсе не родить самых классных детей или там, построить школу. Вы все это можете делать, но это все будет просто содержанием на фоне вашего, на фоне вашей общей реализации. Если вы идете по пути своей реализации, слышите свою душу и слышите те тонкие сигналы, которые она вам посылает, это, по сути, и есть ваше предназначение. Потому что, ну, в самом глобальном смысле задача любого человека, приходящего на Землю, и вообще смысл воплощения души на Земле, в самом общем смысле, это наработка всего возможного человеческого опыта. Представьте, как если бы была компьютерная игра, и вы, например, играли там, в Тетрис или там, в Марио, Герои магии меча, там, во что вы играете, или играли когда-то. Вспомните любую игру. Вам перестает быть интересная игра, как только вы ее полностью прошли и достигли в ней совершенства. То есть, например, если вы играли в Тетрис и играли там, на 9-й скорости, или какой-то 99-й скорости, и смогли это делать успешно, то по большому счету все, для вас эта игра закончилась. То же самое касается и человеческой жизни. Мы сюда приходим для того, чтобы получить максимальное возможное количество опыта, для того, чтобы сыграть в игру под названием «Человеческая жизнь». После того, как весь возможный опыт получен, вам уже нет смысла воплощаться, и примерно об этом говорят все просветленные люди или люди около того, священники, в буддизме очень много по этому поводу сказано, о том, что когда весь возможный человеческий опыт получен, на этом история заканчивается. И по сути вопрос предназначения, он у большинства людей сводится к следующему. А какую сейчас часть своего опыта мне нужно реализовывать в первую очередь? Да, там, нужно ли мне сейчас заниматься карьерой? Или мне сейчас нужно заниматься построением семьи? Или, может быть, мне нужно сосредоточить свое внимание на писательстве? И, может быть, наоборот, мне петь пойти, да? Может, я певицей стану великой? Обычно люди именно из-за того, что не могут определиться, не могут сфокусироваться, из-за того, что они полны сомнений и хотят получить гарантированную подсказку. То есть мы все хотим гарантий, что если я буду этим заниматься, я буду гарантированно счастлив, гарантированно успешен, гарантированно, там, не знаю, востребован. Люди хотят гарантий. И, наверное, могу сказать, что если вы со своими тонкими структурами, своей душой соединились, то это одна из возможных, хотя, конечно, в жизни гарантий нету, и единственное, что можно гарантировать, это то, что мы все умрем. Это единственная гарантия, которую может дать. Все остальное в нашей жизни не гарантировано, но более-менее можно предсказать, что если вы занимаетесь любимым делом, которое вас вдохновляет, то с большой долей вероятности вы будете успешны в нем. И вы будете успешны в мире, в социуме, среди людей, в своей собственной жизни. Алексей, ну вот если продолжать твое долгое введение, а сколько тебе потребовалось времени, чтобы, ну, приблизиться к такому пониманию? 10 лет. Ну, ты 10 лет, получается, плодотворно занимался исследованиями, что ли? Со своими собственными состояниями, своими собственными практиками, и поездкой в ашрамы разные, и работой с психологом, и походом на разные программы. Тогда это было модное слово «тренинги», сейчас это называется «образовательные семинары». То есть огромное количество лет я учился достижению того состояния, о котором буду сегодня как раз рассказывать. Отлично. Ну тогда я предлагаю продолжить твою лекцию о предназначении души. А откуда все пошло? Все пошло очень... Давайте так, начнем немножко назад, отступим. И почему вообще люди приходят с вопросом предназначения именно ко мне? Ко мне в центр пробуждения, приходят к регрессологам. Вообще почему?
Сейчас есть и очень известна такая книга Майкла Ньютона, вернее, серия книг, которые он называет «Предназначение души», «Путешествие души». Четыре книги. Очень классные. Я всех советую их, всем советую их прочитать. Я советую их посмотреть каждому человеку. Просто потому, что это безумно интересно и безумно практично. И Майкл Ньютон довольно однозначно говорит, что каждая душа абсолютно осознанно, либо с подсказки своих высших структур, своих наставников, выбирает воплотиться на этой земле. И делает она это не просто так, а делает она это с определенной целью, с определенной задачей. И если вы погрузитесь в свои прошлые жизни и вспомните себя в жизни между жизнями, вы точно сможете узнать, для чего же вы родились. Вы точно сможете получить ответ. И действительно, процентов 40 людей, которые приходят на регрессию, получают описание вот этого пространства между жизнями, очень похоже на то, как это рассказал Майкл Ньютон, как примерно описано в его книгах. Даже если они никогда не читали его книг, даже если они ничего не слушали про жизнь между жизнями и про мир душ, они где-то вот в 40% случаев рассказывают все то же самое, что описано в книгах Майкла Ньютона. Но дальше возникает у всех людей их обычная жизнь, где возникают обычные человеческие проблемы. То есть, например, за вот это предназначение нам деньги не платят, а вот это предназначение не востребовано в обществе, а вот для этого предназначения у меня нет образования, а вот занимаясь этим, меня будут осуждать родители, друзья и знакомые, а если буду вот это делать, то как я буду кормить семью? И огромное-огромное количество разговоров, связанных с этим. Поэтому я стал изучать, что же вообще стоит у человека в голове, что находится у человека в голове за вопросом поиска предназначения. Почему же человек вообще ищет это предназначение? И наоборот, как живут люди, которые никогда вопросом своего предназначения вообще не интересовались, которые никогда себя не спрашивали о том, зачем же я живу, а просто жили, были счастливы. И есть счастливы. И здесь выяснилась одна очень интересная история, что чем более истово, чем более яростно человек ищет свое предназначение, тем больше у него в жизни проблем, которые он не хочет решать. То есть вопрос поиска предназначения актуален для тех людей, у которых есть большой груз нерешенных проблем, с которыми не хочется сталкиваться. И тогда, как будто бы найдя свое предназначение, я могу не заниматься всей этой земной ерундой в кавычках, а могу действительно реализовываться, быть вот в контакте с душой и делать вот самое важное и самое нужное. А вот это все отношения, вот эти вот все родители, это все дети, это вся карьера, это все ерунда. Это все, на все это можно закрыть глаза, отбросить и заниматься построением вот своего предназначения. И вот именно с этим феноменом я когда столкнулся, и когда я его стал исследовать, тогда стало понятно, что же такое вообще есть предназначение. И о том, что же это вообще такое, я отвечу вам в конце вот 7-го пункта. Мы будем с вами сейчас рассматривать вообще лестницу реализации человека, и после 7-го пункта вам станет понятно, что же это такое. Едем дальше, да? Нет каких-то вопросов сейчас. Итак, прежде чем мы перейдем к лестнице реализации предназначения, я хочу сказать о трех типах людей, вот можно их будет увидеть на слайде, с которыми я сталкивался во время регрессии, во время погружений в прошлой жизни, в жизнь между жизнями. Значит, 70% людей, по моим наблюдениям, по наблюдениям моих коллег, по наблюдениям регрессологов, в том числе у нас в центре, они решают задачи. То есть решают очень простые, понятные задачи. Например, твоя задача научиться работать и быть ответственным. И по большому счету, вселенной, твоей душе все равно, как ты это будешь реализовывать. Ты можешь научиться работать в фирме ООО «Ромашка», ты можешь научиться работать в Сбербанке, ты можешь научиться работать в «Газпроме», можешь научиться работать вообще где угодно. Вселенной, по большому счету, все равно, как ты будешь эту задачу решать.
То же самое может касаться и отношений. Если одна из твоих задач – это научиться, например, принимать и прощать, может быть такая задача, то абсолютно Вселенной все равно, будет это Маша, будет это Сережа, будет это там Вася или еще кто-то, Вселенной вообще все равно. Ты должен решить задачу. И ни о каком предназначении речи не идет. То есть задача – это что-то, что касается меня лично. Каким я должен быть, чтобы что-то делать. То есть, например, быть, ну, может быть, уверенным, может быть, честным, может быть, открытым, может быть, уметь выступать, может быть, уметь строить отношения, может быть, находить общий язык с людьми, может быть, работать честно и добросовестно, может быть, там, я не знаю, развить свою интуицию, может быть, научиться зарабатывать все-таки деньги. Потому что огромное количество людей, которые идут в духовность, идут в эзотерику, они просто отрицают необходимость зарабатывать деньги. Хотя, опять же, с моей точки зрения, навык привлечения в свою жизнь финансов, неважно, больших, маленьких, средних, достаточного вам количества, является одним из базовых навыков. То есть навык создания в мире чего-то полезного, за что мир вам готов платить деньги, является одной из буквально основ жизни вот на этой планете, если вы сюда пришли. Если вы даете миру что-то полезное, и мир вам в ответ дает то, что нужно вам, это, на мой взгляд, просто фундамент, с которого нужно стартовать. Итак, 70% людей решают задачи, что-то, что связано лично с ними, лично с их состоянием, лично с их душой, лично с их личностью. И здесь есть даже такая фраза, что свое предназначение нужно выстрадать. Я такое однажды слышал. Это такой немножко негативный контекст, такая немножко негативная коннотация. С другой стороны, можно сказать позитивную историю, что до своего предназначения нужно дорасти. То есть, если мы смотрим в негатив, то это выстрадать свое предназначение. Если мы смотрим в позитив, то это дорасти до своего предназначения. Итак, предназначение я определяю как что-то, что вы как душа пришли в этот мир принести. Вы пришли в мир принести что-то, чего до вас в этом мире еще просто не было, чего до вас в этом мире еще не существовало. И предназначение как раз и может быть написать книгу, открыть свой радиоканал, может быть, достигнуть совершенства в практике и показать этот путь другим людям, может быть, освоить какую-то профессию и стать в ней мастером. Это уже предназначение. То есть, если решение задач, оно связано со мной лично, кто я такой и что мне делать в этой жизни, то предназначение всегда связано с отдаванием, всегда связано с отдаванием во внешний мир. И по моим наблюдениям, примерно 29% людей, опять же, из приходящих на регрессии, они как раз и реализуют свое предназначение. То есть они уже доросли до этого уровня. Мне даже были клиенты, которые, не зная моей теории, даже так и говорили на сессиях, что, ты знаешь, мне вот наставник души говорит, что мне нужно решить вот такие вот три задачи, после чего мне откроют предназначение. Ну, представьте, например, если ваша задача стать писателем, да, и ваше предназначение написать, например, вторую «Войну и мир» или там первую какую-то другую книгу. Вы должны быть первым писателем, который это создаст. То прежде чем вы напишете книгу, вам нужно научиться писать, вам нужно научиться быть наблюдателем. Чтобы хорошо писать, нужно много читать. И в этом смысле вам может казаться, почему, например, меня в детстве разбила такая болезнь, что я сидел дома, у меня не было одноклассников, и я дома был погружен в книги. Может быть, для вашей души это был единственный способ погрузить вас в мир литературы, позволить вам загрузить вот такой вот объем данных, связанный с писательством. То есть вы в этот момент решали свою задачу. И когда вы уже научились писать, читать, общаться с людьми, создавать новые образы, миры, фантазировать, вы уже можете наконец-то начать реализовывать свое предназначение, например, становиться писателем, а не быть графоманом, которых сейчас тоже хватает. Человек, который просто пишет, лишь бы писать. Это люди предназначения, люди довольно развитые. И, наконец, существует еще один тип людей, я их называю люди-миссия. Это те люди, которые не могут не творить, не могут не проводить какие-то энергии в жизнь. То есть, если большинству людей для того, чтобы выйти на уровень предназначения, нужно как-то развиться, то люди-миссия являются проводниками. И для них это одновременно и плюс, и минус.
Плюс заключается в том, что как бы плохо и тяжело не складывалась их жизнь, они всегда являются проводником, они всегда через себя что-то выдают, они всегда через себя пропускают что-то более высокое. Это могут быть талантливые писатели, музыканты, поэты и так далее, так далее, так далее. Но одновременно у этих людей есть и сложности. Талантливые поэты, талантливые писатели плохо заканчивают и очень рано уходят из жизни. Если мы посмотрим там, на нашу поэзию начала 20 века, конца 19-го, то почти у всех у них была тяжелая судьба. Но при этом они создавали потрясающие произведения. С моей точки зрения, это как раз классический пример человека-миссия, который не может, например, с противоположным полом. Если тебе нужно научиться быть любящим и принимающим, то как бы гениально ты ни писал свои стихи, если ты эту задачу не решаешь, душа в какой-то момент скажет, ну, дорогой, все, что нужно было передать на землю, ты передал, больше от тебя здесь смысла нету, и буквально вот душа возвращается обратно, чтобы идти на следующее воплощение. То есть таких людей, по моим наблюдениям, не больше 1%. Это вот касается типов людей. Если есть вопросы, можете задать. Алексей, а есть ли другой тип людей? Или получается все остальное это статистическая погрешность? Поясни, пожалуйста. Не очень. Ну вот ты разбил три типа людей, с их целями решают задачи, предназначение, миссия. А может ли быть так, что он просто пришел на Землю посмотреть, как тут дела? Ну вот решает задачу. Посмотреть, как дела, накопить опыта, развлечься. Ну, то есть решать хоть свою личную задачу. А, то есть это вот так широко понимается. Хорошо. Да. То есть он не создан для того, чтобы пить вкус апельсина. И такой человек обожает апельсины, пробует апельсины, потому что об этом тоже очень часто говорят в мире душ, о том, что попробовать на вкус плотный мир и насладиться апельсиновым соком, там, я не знаю, вкусом свежевыжатого фреша, искупаться в океане, там, поплавать, занимаешься картингом. У кого-то предназначение, картинг как смысл жизни, он изобретает новые колеса, он придумывает новые способы езды, новые двигатели. У него предназначение. А кто-то в картинг пришел просто для того, чтобы адреналин получить. Он просто решает свою задачу. Да? Вот. А у кого-то миссия. Он, может быть, не нравится картинг, но он чувствует, что его не отпускают от этой темы, и он катает круг за кругом, не понимая, с чем это связано, но делает это. То есть вот я к этим трем типам свел 100% обращения людей с темой предназначения. Ну что ж, едем дальше, переходим к лестнице мотивации. Итак, ступени, на которых находится любой человек по мере своего развития. Я когда расскажу вам до конца эту лестницу, вам, может быть, многое встанет на свои места, может быть, многие вопросы отпадут, если у вас сейчас они есть. Итак, первая стадия, на которой находится обычный человек, называется «мне и так более-менее хорошо». «Мне и так более-менее хорошо». Любые попытки рассказать ему, что ты что-то делаешь неправильно, ты что-то делаешь не так, как-то повлиять на него, как-то, может быть, его к чему-то смотивировать, сподвигнуть, повлиять на его изменения, не приведут ни к какому результату. Потому что такому человеку на самом деле хорошо. На самом деле хорошо. Часто такой человек находится в иллюзии, в зависимостях. И единственный способ такому человеку двинуться дальше – это упасть в лицо, причем в грязь, упасть в грязь лицо буквально в своих собственных глазах. То есть мы можем встретить какого-нибудь человека, живущего бомжом, пьющим на улице, и он может искренне считать, что с ним все нормально. У него все хорошо, а вот этот прекрасный запах аммиака, который распространяется вокруг него, и вот эти вот проблемы с телом, с кожей, здоровьем и так далее, у этого человека все нормально, все в порядке. И такие работы довольно стабильные, это может касаться стабильных отношений, это может касаться чего угодно. То есть, если человек говорит, что у него и так все хорошо, не надо его трогать, потому что если человек болен, но ему нормально, значит он здоров. Просто вот первое правило любой терапии. Если человек болен, но ему нормально, значит он здоров.
Запомните это раз и навсегда, особенно все те, кто пишут с вопросами: вы знаете, у меня проблемы у сына, у меня проблемы у друга, у меня проблемы у дочки, у меня проблемы у мамы. У всех вокруг проблемы, кроме вас самих. Поэтому помочь кому бы то ни было без его собственного запроса невозможно. Потому что психика говорит: у меня все более-менее хорошо. На этой стадии находится, ну, мы все находимся на этой стадии в разных периодах жизни. Всегда, конечно, находится какой-нибудь добрый человек, который пытается тебя научить, как жить, что вот там, надо делать так-то или надо делать так-то, иди послушай вот это, иди почитай вот это, а сходил бы ты на семинар по холотропу, а прочитал бы ты книжку Майкла Ньютона, а сходил бы ты там, не знаю, посмотрел видео «Секрет», например, да, известное. Бесполезно. Здесь все бесполезно. Итак, представим, что такой человек упал в грязь лицом и в своих собственных глазах и понял, что наступила пора в жизни что-то менять. Может быть, отношения стали настолько невыносимыми, что уже нет сил закрывать глаза. Может быть, уволили с работы. Может быть, случился сильный конфликт или просто очень сильное какое-то эмоциональное переживание. И человек попадает на следующую стадию. Проблемы есть, все плохо, но так и должно быть. То есть такие люди склонны объяснять, что да, конечно, есть проблемы, да, например, я стал бомжом, но так и должно быть, потому что работы нету, решать все это бесполезно, если будет квартира, отнимут, если будет работа, то с нее выгонят, если будут отношения, они развалятся, и вообще все так живут. У меня огромное количество друзей бомжей. Они точно так же живут, у них все так. Да, нам плохо, да, нам дискомфортно, но шанса вырваться из этого практически нет. И по большому счету для таких людей возможно только какое-то краткосрочное лечение. То есть какие-то акции, какие-то, вот, может быть, разовые истории, разовые встречи, разовые, может быть, мероприятия. Для того, чтобы показать, что другая картина есть, другая картина мира, да, другой мир существует, но... Скорее всего, этот человек попробует, согласится, но останется в состоянии, что проблемы есть, все плохо, но вот, но так и должно быть. Такая вот моя карма. Вот я должен был стать бомжом, да, я стал бомжом. Я вот, вот должны были развалиться отношения. Ну а что, в России сейчас 90% разводов, все разводятся, я тоже разведусь. Да. Это бесполезно, да, решать что-то бесполезно. И вот, вот человек находится на этой стадии. Если на ней находиться довольно долго, если довольно долго переживать это состояние, можно выскочить на следующий этап, когда человек вдруг начинает осознавать, когда он попробовал эти краткосрочные акции, когда он попробовал это краткосрочное лечение, когда он попробовал в чем-то поучаствовать, человек выскакивает в следующее состояние. Так, конечно, не должно быть, но я не вижу альтернативы. То есть, наверное, да, может быть, не очень хорошо быть бомжом. Может быть, не очень хорошо быть больным. Может быть, не очень хорошо, что у меня все проблемы, все отношения разваливаются. И да, есть счастливые семьи, они, конечно, существуют, но я не представляю, как вообще попасть в этот мир. Я вообще не представляю, как он выглядит. Я нахожусь в одном месте, счастье где-то в другом месте. И как вот там оказаться, что с этим делать, я вообще не представляю. И вот картинка как раз на экране, да, вот это такой вот аквалангист в пустыне. Это как мы себя ощущаем после выпуска из университета. То, для чего вас учили, то, где вы оказались. То есть то, как человек привык жить, и то, как выглядит жизнь на самом деле. И вот здесь такому человеку, который не видит альтернативы, ему очень нужна школа. Потому что у него, как правило, нету понимания, у него нету, может быть, идей, как сделать по-другому. И вот здесь как раз и возникают первые обращения к специалистам, первые самостоятельные поиски. И вот здесь как раз люди приходят, может быть, на свои первые в жизни тренинги, впервые в жизни скачивают фильм «Секрет», может быть, впервые скачивают Майкла Ньютона там, или Вадима Зеланда, или еще кого-то. У нас, слава богу, сейчас хватает проповедников. Кто-то Оша читает, кто-то Тарсунова. Без всякой критики или, наоборот, без всякого восхваления здесь человек начинает искать альтернативу. Ему нужна школа, ему нужны люди, которые покажут, что смотри,
Делай по-другому, получишь другой результат. Думай по-другому, получишь другой результат. Входи в другое состояние, есть такая альтернатива. Я тоже очень хорошо помню этот как раз период у себя в жизни. Это было где-то году в 2006, когда я впервые познакомился с расстановками и вдруг увидел, что тот мир, в котором я живу, там у нас было на курсе порядка 80 практикующих психологов, оказалось, что тот мир, который я себе нарисовал и в котором я жил до там, своих 21 года, вовсе не единственный в мире. Существует гораздо большее количество миров, огромное количество специалистов, и вот там я впервые получил возможность пообщаться с людьми, которые думают, мыслят, живут по-другому, которые находятся в другом состоянии. Появились практикующие психологи с их картинами мира, с их радостью, с их счастьем, с их проработками и, наоборот, непроработками. Появилась возможность с этим знакомиться и как-то вот трансформироваться. Появилась школа. Это вот первые три шага. Я задам вопрос, есть ли вопрос, или я продолжаю дальше к четвертому шагу двигаться. Ну вот касаемо трех шагов, в принципе, здесь все понятно. Я предлагаю огласить весь список шагов, чтобы было понятно, куда же все идти. Да, хорошо. Тогда мы продолжаем. И действительно, у многих из вас могут вопросы после семи шагов отпасть. Итак, шаг четвертый. Альтернатива есть, но многое зависит не от меня. То есть здесь человек никак не может взять ответственность за свою жизнь. То у него, он, конечно, понимает, что есть люди, которые зарабатывают много, но он, например, не получил образование, у него может быть бедная семья, у него, может быть, не было родителей, он, может быть, родился в женском теле, а не в мужском теле, или, наоборот, в мужском теле, она была в женском родиться. Он, может быть, не такой красивый, как, может быть, выглядел, как стоило бы быть. Здесь вообще, конечно, удивительная мысль. Недавно прочитал в интернете, что, как оказывается, много в жизни зависит от того, как кожа натянулась на череп. То есть, действительно, как от внешней красоты многое как будто бы, казалось бы, зависит. Ну, естественно, это не аксиома, потому что внешность для кого-то важна, для кого-то нет. Есть богатые люди, успешные, не очень симпатичные, есть симпатичные. И вообще красота – это настолько субъективное понятие, как и на самом деле все остальное. Все очень субъективно. То есть на этом этапе человек ищет, на кого перевалить ответственность. На свою внешность, на свои физические данные, на своих родителей. Может быть, на страну, да, что в России невозможно построить честный бизнес. Да, или эту планету захватили рептилоиды, и вообще здесь быть счастливым невозможно. Для того, чтобы стать счастливым, нужно ехать в горы, а я москвич. Я вот горожанин и никуда отсюда не делась. И вот здесь такие люди с этим вопросом – это люди, участники массовых тренингов. Большинство людей, участников больших тренинговых программ, больших семинаров, больших таких вот психологических практик – это люди, которые работают со своей ответственностью, работают со своей волей. Им очень важно наработать свою собственную ответственность, что даже если у тебя были не те родители, даже если твоя кожа натянулась неправильно на твой череп, даже если ты родился не в той стране, где можно зарабатывать деньги, это все не имеет никакого значения, потому что решать эту проблему все равно тебе. Как бы ни выглядела твоя проблема, кто ее создал, ты ее создал, Бог ее создал, дьявол ее создал, там, или кто угодно ее создал, решать эту проблему тебе. И вот с пониманием того, что как бы проблема ни выглядела, решать ее мне, человек выходит на следующий шаг, на пятый шаг, что действительно все зависит от меня, но у меня не хватает сил, энергии, качеств, у меня не хватает, может быть, мотивации, да, у меня не хватает уверенности, у меня не хватает каких-то, мне не хватает харизмы, мне, может быть, не хватает навыков, мне не хватает опыта, мне чего-то не хватает. То есть я все знаю, я все понимаю, я уже весь самый умный, самый прокачанный, самый продвинутый, но мне чего-то не хватает. Обратиться именно с личной проработкой к специалисту. Это может быть личный коучинг, личная терапия, личный йога-учитель, какой-нибудь наставник и учитель медитативных практик.
тот человек, который вам лично укажет, где у вас находится ваше слепое пятно, ваше слабое место, который вам лично подскажет, в чем сложность. Потому что если на предыдущем этапе мы шли на массовые тренинги, массовые практики, все это вместе прорабатывали, то дальше выясняется, что общая теория, она, конечно, общая, но я же уникальный и неповторимый. И у меня есть уникальная и неповторимая сложность, или у меня есть уникальная и неповторимая задача. Опять же, можем брать негативную коннотацию, можем брать позитивную коннотацию. Я вот такой уникальный и неповторимый, и мне нужны конкретные личные инструкции, личные проработки, личные сессии. То есть здесь вам уже, опять же, многие люди говорят, что я вот все, психология не работает, я уже находился на психологические тренинги, я уже все знаю, все это бесполезно, но цели свои не достигли. Этим людям нужно искать личного наставника. Это может быть священник, это может быть какой-нибудь практик, это может быть йогин, может быть терапевт, может быть коуч, неважно. Но очень важно, чтобы он был личным. Меня часто смущает в моих продвинутых коллегах, когда они обозначают своим учителям кого-то, кто не берет ответственность за их развитие. Ну, например, мой учитель Оша. Оша его в глаза не видел, никогда с ним не общался лично, ни одного совета ему лично не дал, но вот он его учитель. Или там мой учитель там, Тарсунов. Он пришел к Тарсунову на лекции, послушал эти замечательные теории, применил их себе на жизнь, но Тарсунов-то ему никогда лично ничего не сказал, не дал ему конкретных наставлений, не сделал ему личную конкретную практику и не взял ответственность за его личные изменения. То есть здесь проблема не в Тарсунове и в Оше, а проблема как раз в том человеке, который пытается таким образом от учительства избежать. Потому что здесь очень важно понять, что есть люди, которые сделали этот шаг уже еще до тебя за много времени назад. Много времени назад они уже это проработали. И теперь тебе есть чему у них поучиться. Они имеют право тебе указать на то, как тебе жить и что тебе делать, если ты хочешь достигнуть тех же результатов, что есть у них. То есть у меня не хватает сил, качеств, энергии, каких-то возможностей, еще чего-то. Здесь очень важно избавиться от всего старого багажа и именно личностно проработать свои установки, убеждения, эмоции, картину мира и заменить на новое. И должен быть тот проводник, тот учитель, который тебя конкретно проведет. Если мы вспомним того же самого, например, Кастанеду и его учителя Дона Хуана, то Дон Хуан очень точечно, очень конкретно занимался ведением Кастанеды. Здесь сделай эту практику, здесь сделай ту практику, а здесь у тебя будет сопротивление, сейчас мы будем твое сопротивление прорабатывать, да, здесь мы будем заниматься этим, этим и этим. И одно дело, когда тебя ведет лично Дон Хуан и регулярно дает тебе палкой по голове, когда ты сопротивляешься. И другое дело, что, вы знаете, я прочитал Кастанеду, я все понял, и Кастанеда мой учитель. Это все самообман, иллюзия, это не работает. Только личная практика, только личное ведение. Алексей, ну вот самое время спросить, а как же все-таки понять человеку, что именно вот этот учитель или этот человек может стать учителем? Как вот ощутить вот эту правильность, скажем так? Здесь все достаточно и просто, и сложно одновременно. Просто в том смысле, ты должен увидеть того человека, в котором есть то, чего нет в тебе. Это есть даже в практике MBA. Если ты учишься на MBA, тебе говорят следующее. Если ты хочешь реализовать какой-то значимый проект, тебе нужно взять в менторы и в наставники человека, который выше тебя на голову. То есть даже в социальной жизни нам говорят, ты должен брать мастера, который круче, чем ты, который успешнее, чем ты, который достиг большего, чем ты. То есть то же самое и с учителями. Ты должен посмотреть на жизнь этого человека, посмотреть, как он думает, как он дышит, как он чувствует, как он смеется, как он плачет, что он, не знаю, ест в конце концов, и сказать, блин, я хочу точно так же. Это с одной стороны. А с другой стороны, действительно, найти такого человека – это очень большая задача. И, во-первых, нужно понимать, что учителя меняются.
И, например, когда тебе важны отношения, у тебя одни учителя. Когда тебе важна реализация и предназначение, другие учителя. Если ты хочешь стать талантливым, может быть, оратором, тебе нужен учитель талантливых ораторов. То же самое касается и счастья. То есть, если твоя задача стать счастливым, то найти счастливого человека, который более счастлив, чем ты, и увидеть в нем авторитет, это очень-очень сложная история. И именно поэтому люди у нас так стремятся поехать куда-нибудь в горы, найти какого-нибудь удаленного мастера, куда-то смотаться, съездить в Оптину пустынь, съездить в Лхасу, в Перу каким-нибудь шаманом, еще куда-то. Именно потому, что мы ищем учителей, и найти учителя это не так просто. Это реально задача, и на это уходит и время, и энергия, и деньги. Но когда встреча происходит, ты понимаешь, что все это было не зря, все это тебя трансформировало и готовило. Ну вот смотри, рассуждая вот об этом шаге, скажем, об этом шаге, найти учителя – это уже мотивация, что человек уже замотивирован, он уже предпринимает какие-то шаги. Да. Пусть даже, на твой взгляд, они не очень правильные или, скажем, они фантазийные, да? Но вот на этом пятом шаге ты говоришь о том, что если у вас не хватает энергии даже сделать шаг, вам нужно всего лишь избавиться от старого. Да. И заменить его на нового. А как понять, что оно уже устарело? Так именно потому, что вам чего-то не хватает, значит, оно и устарело. Если ваша предыдущая картина мира не дает вам тех результатов, которые вы хотели, значит, она устарела. Ну, грубо говоря, если вы работали шахтером, и каждый раз, работая на час дольше, на два больше, на три часа больше, зарабатывали больше и больше денег, то в какой-то момент количество времени закончилось, и больше там, 15 часов в день вы работать не можете. И вы не можете добавить 16 час, 18 час, там, 25 час. Все, вы закончились. Вам понятно, что этот путь исчерпан. И в каком-то смысле, наверное, такая вот логическая, физическая исчерпанность и есть признак. То есть я делаю все точно так же, как меня обучали, но не получаю результат. У меня так и было на многих-многих тренингах. Я такой товарищ всегда был довольно фанатичный. И прям вот безумно, вот точно и неукоснительно исполнял указания своих учителей. Может быть, это как раз и позволило мне очень быстро пройти этот путь, потому что я не тратил время на рефлексию, сомнения, а я шел, делал, получал результат. Получал не тот результат, шел, делал, получал не тот результат. И в конце концов понимал, что вот эта практика для этого подходит, для этого не подходит. И если вот для того, куда я хочу попасть, эта практика не подходит, значит, мне не хватает ее знаний, мне не хватает ее возможностей, мне не хватает чего-то в себе, мне нужно что-то новое. То есть здесь человек приходит к такой, ну я уже сказал, логической или физиологической исчерпанности. Он уже больше не может делать то же самое, чтобы получать новый результат. Возможно, у тебя есть какие-то даже рекомендации, как часто или насколько часто это стоит делать. Например, есть такое, ну не предположение, а такое указание, скажем так, что если вы не пользуетесь какой-то вещью, физической вещью, более года, за исключением сезонных, да, то значит смело ее выкидываете, она вам уже не нужна. Может быть, с точки зрения вот такого эмоционального или смыслового багажа у тебя тоже есть какие-то рекомендации? Ты на самом деле все очень правильно сказал, что если вам что-то не приносит пользы, и если вы там прочитали в какой-то книжке сделать так-то и так-то, сделайте, блин, так-то и так-то. Заставь, если написано, взять 20 грамм соли, 30 грамм муки, 40 грамм свеклы и там, 50 грамм воды, и получится вкусно, сделайте это миллиметр в миллиметр и попробуйте на свой вкус, а получилось-то вкусно или не получилось. Если не получилось вкусно, то вы точно будете знать, что ну я-то все правильно сделал, я-то следовал инструкциям прям до последнего. Я, может быть, взял специальные весы, и, может быть, там я взял не 40 грамм, а 41. Я купил специальные весы, я купил специальный мерный стаканчик. Я обзавелся самыми точными измерительными приборами, сделал все, как написано, все, как сказано, но результат не получил. Если я делаю все точно, я в себе уверен, я спокоен, результата нету, значит, нужно что-то менять. Значит, как Иванецкий говорил, нужно в консерватории что-то исправить.
Алексей, я предполагаю, что у наших зрителей копится еще больше вопросов. Чем дальше в лес, тем больше дров. Сейчас мы сделаем небольшую такую паузу и вернемся к продолжению твоего семинара. Thank you.